Всем привет, на связи я, Юнь. Сегодня я буду испытывать себя самым сложным челленджем. Пройти Майнкрафт без ходьбы. Можно прыгать, можно копать под себя, можно сидеть и даже плавать. Но нельзя, чтобы лошадь ходила за тебя. Свинюшек это тоже касается. И вот этому лавовому чуваку это тоже нельзя делать. Лестницы нет. Рельсы? Да. Каким-то волшебным образом мне нужно будет попасть в ад, а потом в край и убить дракона. Смогу ли? Я не знаю. Если тоже хочешь узнать, жми лайк. 15 тысяч лайков. Вторая часть этого прохождения, где все и свершится. А может и не свершится. Все зависит от тебя. Ха-ха-ха, а чё так близко-то, а? Бонусный сундук, называется, поставила. Ну, хоть около деревьев появилась. И вода рядом. Грёбаный сундук. Начинаем с самого-самого банального. С добычи дуба. На самом деле, мне очень повезло, что оно так близко. Но, как видите, не до конца. Я на всякий случай себе в управлении поменяла ВСД, чтобы вот если я... Нажимала, но не нажималась. Вы знаете, привычки эти майнкрафтовские. Так, дерево это, конечно, хорошо, но как-то его подвинуть теперь надо. Так? Блин, серьезно? Там нет. То есть, если я сейчас нажму, оно скатится? Клясня. На самом деле, я долго не решалась на этот челлендж, потому что это безумно сложно. Сложнее быть может только Майнкрафт без Майнкрафта. Что? Я уверена, что это затянется надолго, возможно, на 2 серии. Поэтому, если ты хочешь вторую часть, ставь лайк. Как только наберем 15 тысяч лайков, я выпущу прям сразу же вторую часть. Фух, но я продолжаю. Хорошо, что могу хотя бы копаться. Может быть, вот так. Тик-тик. Тык, да, почти. Оп, есть, победа. О боже, крипер. Ну все, дерево добыли, делаем верстачок. Постань его, наверное, поближе. Мне все-таки он потом понадобится, так что забрать нужно будет. Моя цель, это добраться до туда. Но как? А я не знаю. Делаем банальные инструменты. Кирку, меч. А то тут ходят всякие криперсы. Хочу сейчас сходить в шахту за камнем. Так, верстачок забираем. Нарушаю самое главное правило Майнкрафта. Чек. Адезиды, нужен булыжник, пожалуйста. О, все. Так, на какое расстояние я могу ломать блоки? 1, 2, 3, 4. Неплохо. Может, тут где-то уголь будет? Железо! Почему ж ты так далеко? Хотя... Ой, и уголь! Кирка сломалась, а значит пришло время делать новую. Каменную. Ну все, обновка. Добудем железку. Нет, это все, что я могу добыть. Одно железо. Иди ко мне. Оп, оп, оп. Давай. Да! Железная руда. Одна штучка. Еще железо. Я снова не достаю. Еще железо. Я снова не достаю. Это что, прикол? Так, а с этой стороны? Ну, как видите, мне не особо повезло с ресурсами. Так что давайте я все заберу, что и понакопала. Итого мы добыли одно железо, 25 булыжника. Ладно, иди сюда. О, 41? Я думала, там мало лежит. 41 булыжник и ночь. Ночь это хорошо, потому что меня смогут двигать. Кто-нибудь подвинет меня к сундуку, может быть, а? Подождем. Чё-то никто ко мне не идет. Эй. Ну ладно, давайте пока скрафтим снова инструменты. Кирка. Печь. Переплавим железо. Сожни с дуба. Не хватило. А, стой, подожди. А, серьезно. Давай, железо, ты сможешь, ты сможешь. Да. Ну зачем? Да, ночь какая-то вообще непродуктивная. Никто ко мне не идет. Восьминог, спаси. Но знаете, в чем плюс? В том, что прошло уже 10 минут, а я до сих пор не хочу кушать, ведь я не хожу. Мой спаситель. Да, да, иди сюда, иди сюда. Отлично, отлично. Так, ничего не забыли. О, да, еще, еще. Спасибо, да. Все, хватит, хватит. Так, мы подвинулись немножко. Знаете что? Там ведь железо было. Только непонятно, на каком именно блоке я стою. На двух? Да. На двух. Круто. Почему круто? Потому что я смогу больше копаться. Классно. Так, где тут моя шахта была? Ага, тут где-то железка. Или не здесь. Ш
Шахта. Но как мне туда пойти? Так, блоки. Камни. Камни. А где железо-то тут? Ха, походу только с тех сторон. Ай, троллинг получается меня какой-то. Сюда, ко мне, давайте, блоки. Отлично. Мы вернулись к тому, что потеряли. Не нашли никакого железа. Так, ладно, смотрите, поскольку я стою на двух блоков, даже если слева будет лава, справа я буду спокойно стоять. Поэтому я могу спокойно строиться вниз. О, а еще походу... Да, огню. Что насчет железа? Уголь! Да, наконец-то хоть что-то! Я так рада углю. Я никогда не была так рада углю. Ой, я походу сейчас кирка кончится. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А ты чё? Делаем еще кирку. Пока есть возможность копаться вниз, будем копаться вниз. Мы железо найдем все-таки, а? Хотя с моим везением, то что со всех сторон есть железо, а мое нет, вряд ли мне что-то попадет. Да, железо. Ура. Как много его еще? Крутотень. Так, это вот так на всякий случай сделаем. А то вдруг еще останется где-то в уголке железка моё. Так, диорит, ненужный блок, иди сюда. Ставим печку и на переплавку железо. Делаем железную кирку. И что вы думаете? Конечно же, медь. И копаемся. По себе дальше вдруг алмазы попадутся, я не знаю. Как думаете? Я уже на 22-й высоте, еще блоков 10 и узнаем. Ладно, кого я обманываю. 20. Нет. Но вообще, мне очень хочется проверить, вдруг все-таки тут что-то есть. Все-таки самая низкая высота, может быть, что-то и найду. Кто знает, кто знает. Что? Серьезно? Как? Как? Это же... я Ванга. Еще. Так, 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 так. А еще есть мой уголь. Хотя мне не хватит. Хотя кто знает. Еще. Сперва это. Иди ко мне. Не хочу тебя потерять. Вдруг там лава. Я смогу там блок поставить. Так, спускаем. Я не достаю. А если я повыше стану? А если еще? Ну давай. Алмазики. Никак, никак, не получается. И вот так, хотя бы три. Давай, три алмаза. Это то, что нам нужно для алмазной кирки. Обидно, конечно, но ничего, видимо, не поделать. Только если сюда потом вернуться. Так, оп-оп-оп, андезит ненужный. Гранит ненужный. Привет, перстак. Закрываем, а то еще печка упадет. Оп-оп, возвращаемся наверх. Может, нас кто-то подтолкнет, а? Ой-ой-ой, походу зомби у нас подтолкнет. Так, на всякий случай подрубим регенерацию. Так, а где тут была шахта? Чё, кто-то есть? А, нет? По-моему, нет. Странно. А, вот он, закат. Сейчас нас кто-то обязательно подтолкнет. Можно, пожалуйста, к сундуку? А? Кстати, сделаю пока что ведро. Даже два, на всякий случай. Ножницы. Узнаете потом, для чего они нужны. И все, пока что все. Ну чё, кто-то придет ко мне? А, опять зомби. А чё ты с этой стороны? Мне не надо воду. Слышишь? Ладно, так. А, ты уже болючий какой-то. Еда. Еда. Эй! Спасибо. О, господи. О, господи. Ладно, двигай, двигай. Давай. Ну, куда ты убежал? Давай, отлично, молодец. Оп, еще, последний раз. Все, хватит, ты больно бьешься. Неплохой малой. Почти добрались. Так, следующий. Давай, еще чуть-чуть. Еще. А, все, больно, больно. Еда. Че, я достаю? Нет. Нет. О, привет! Нет, ты меня отталкивать наоборот будешь. Нафиг ты мне тут нужен? А, еще один! А, чего вас так много? Вы мне не нужны. Да не туда, сюда. Ну что, ты обойдешь меня, нет, чел? Давай, давай, чуть-чуть осталось. Оп, отлично, я буду прыгать. Давай, оп, все, стоп. Ты уже меня не в ту сторону уже кидаешь. Еда! Да, дерево, да, да, да. То, что нужно. Отлично, 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 отлично. Здравствуйте, Фанто, я на вас давно смотрю. Ой, да все же. Ну ладно, давай, оп, к дереву, да?
Эх, дерево. Никогда бы не могла подумать, что главный ресурс, который мне нужен будет, это дерево. Его реально не хватает. Да, ну ладно, еда мне не помешает, согласна. Когда уже ночь кончится? Оп, делаем алмазную кирочку. Да! И топор. С тем, каким успехом на меня монстры бегают, я лучше сделаю себе ботинки. О, еда. Заберем сундучок. Факела. Ты чё, офигел? Пока на земле еще хочу сделать лодку. Ага. Ведь вода недалеко. Так, ну что? О, нет. Я видела там лучника. Мне нужен кто угодно, кроме лучника. Но он вроде бы не заметил меня. Толкай. Давай. Отлично. Чё? Оп, да, оп, оп. Ага. Всё, хватит. Больно. Да всё, хватит. Реально, хватит. Вот он стоит, смотрит. Ты скоро сгоришь. Ага. Так, что у нас там впереди? У нас здесь булыжник. А чё, железо есть? Так, ставим лодку. Чё, не вмещается? Лодка. Хобана, а? Вы в шоке? Так и двигаемся. Вперед к воде. Я слишком далеко ее поставила. Серьезно? Мне нужна вторая лодка. Блин, опять. Ура! Я на воде. Плыли, поплыли, поплыли, поплыли. Вы скажите... Непон, у тебя же не работают кнопки. И ты не можешь ходить. Какого фига ты плывешь? И используешь их кнопки? Да, я их вернула. Потому что плыть это не ходить. Трам-парам-пам. Привет, корова. Ура, наконец-то я могу управлять своим Майнкрафтом. Тут что, не океан? Серьезно? Ну ладно, хоть рыбку половим. О, чернильный мешок. Зачем он мне нужен, не знаю. Но мне сейчас все нужно. Угу, костная мука. Так, ну 4 рыбки мне хватит. Теперь поплыли за деревом. Какое тут ближайшее? По-моему, это. Я долго на лодке, да, рублю. Ладно, сейчас встанем, как встанем. О, не зря вторую лодку сделала. Хтыщ, опа. Тебя мы тоже заберем. Нет, уплиля. Ладно, а я пойду дальше. Да, блин, опять слишком далеко. Я вижу еще речку. Либо это море, кто знает. Так что погнали туда. Тик-тик-тик. Дерево никогда не помешает. И, кстати, пока мы на воде, соберем-ка воду. О, я вижу еще там воду. Такс, такс, хоп. О, железо под водой, это не очень. Так, тростнич. Нет, походу, тут море. Так, ладно, давайте тогда здесь устроим привал. Лезем под землю. А, мы опять на двух блоках. Что это было? Кто меня двинул? У меня выключены кнопки. Что? Ладно. Я не хочу на одном блоке стоять. Так, это мне страшно. Так, я на двух? Нет. А теперь? Отлично. Поехали копаться вниз. Ребята, я нашла золото. Это, конечно, все круто. Но вы слышите эти звуки? Где-то здесь лава. И поскольку здесь лава, давайте устроим привал здесь. На всякий случай. Поставлю верстачок. Поставлю печку и сундучок. Йойда. Поставлю на переплавку. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Я поняла, лава, где ты находишься. Спасибо. Так, сделаем лестницу. Как бы ее правильно только сделать. Надо, чтобы помещалась лодочка. Может, тут еще мазики где-нибудь? Размечталась называется. О, не, ну ладно. Такс, такс, оп-оп-оп. Сюда. И пудыщ. Обсидиан. Мы, походу, сейчас отправимся. Ведро забыла. Вот оно. Как хорошо получилось. Одно выливаем сюда. Потише. Делай бесконечный источник воды. Так, лава. Одна лава. А, вон еще все нормально. Как я счастлива, что мы пойдем в ванну. А потом край. Так, делаем вот так. Отлично. Hello, лава. Оп, так, хоп. А зачем я это сделала? Тут же так снизу стоит.
Вот дуреха. Ладно, сейчас добудем. Иди ко мне. Да ко мне, ко мне. Ставим тут гравий. Этот обсидиан поставим наверх. Вот сюда. Отлично. Так, это мне придется сломать. Оп, 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 оп. Блин, кончилось. Ладно, сейчас добудем. А, вот а. Оп, ой-ой-ой. Нет, еще. Чинк. А еще лава найдется? Нету лавы. Ладно, сейчас. А, вон она где-то. Угу. По-моему, с вот этой стороны, правильно? Да, значит, здесь нет лавы. Тык-тык-тык-тык-тык. Отлично. Парям! Парям! Погнали во вторую серию!